В американском штате Калифорния из-за сильных лесных пожаров эвакуировали 30 тысяч жителей. Жертвой стихии стал один человек. Его тело обнаружили в обугленной машине. По словам спасателя, огонь уже охватил площадь более 13 тысяч гектаров к северу от Лос-Анджелеса. Уничтожены десятки домов. Всего с пламенем борются свыше 3 тысяч пожарных. Привлечены 26 вертолетов, десятки бульдозеров и машин. Однако ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, а также жаркая погода. Многие районы на юге штата заволокло едким дымом. Экологическая обстановка в регионе резко ухудшилась. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. У нас, наконец, появились ресурсы, чтобы справиться с огнем. Вчера нам прислали дополнительную помощь. Думаю, мы потушим огонь в течение этой недели.